Привет, белоснежная красотка. Здравствуй, здравствуй. Давайте сейчас сначала посмотрим Тавич какой-нибудь, а потом посмотрим Билла. Тавич FM. Катя, фига ты злая. Ну, такие преподы же постоянно попадаются. Так что нормально. Нормально, бывает. Натафа, у меня днюха. Нави, Симпл, поздравляю тебя. Надо же, у меня сам Симпл сидит на стриме. Бро, поздравляю тебя с днюхой. Что с твоими глазами и влюбленные смайлики? Ну, вообще, у меня почти все ресницы вывалились, нарощенные. И мне только через неделю снова их наращивать перед Москвой. И как бы, поэтому глаза у меня такие менее выделительные. Менее выделяющиеся стали. Вот, да. Как-то так. А вот после трения подрочить грех. Не подрочить, точнее, грех. В сауне, прям в раздевалке, да? Да, охуенно. Я дрочу один раз душой, вообще похуй был. Только пошло. В смысле, АП убрали? Ну, я проверю, я не в курсе, как бы. Но вот сегодня посмотрим после этого стрима, что у меня будет. С этим стримом. Я посмотрю. Строимся, друзья. Ебать, смотри, что Ликс берет, блядь. Ебать, гигант, нахуй. Он скалу просто подставил себе, блядь. Сука, ебаная. Блин, Ламыч, это, конечно, топ. Заебок. Опять ломать. Бам! Ты наколдовала его? Ты наколдовала? Одиночество мне. Там одиночество, сволочь. Одиночество, скука! Я не чувствую сердца! Я ебу свою руку! Ну поехали по Невскому. Привет, Гитрайд. Ля какая. Убирай, блядь. Долбоёб. Таня, Аня. Низкий показывал. Красивый диски, ребят. Базару ноль, он очень красивый. Он пернул 10.42 в натуре. Нахуя? Ну-ка. ВКС мерч. Да ло, какой-то громкий слишком звук. Летик, ты ебанутый, нахуя насрал, блядь? Ну мне тяжело-то, конечно, будет. Опа, стоп. Что это такое, Нотр-Дам? Это что-то... Подождите, сгорел, что ли? Куда он делся? Ты видела, сука, в камере, блин! Нет, я не видела, я не видела! Ебать, чего? Я, сука, блядь, ты в камере увидела. Нет, вообще ничего не было, чего? Да ладно, фига, как это было. Я подписана на Сараби, и я видела, она в Инстаграм выкладывала, что ей парень, как его, Хелье, да? Хелье его зовут. Вот, что он ей типа подарил айфон во время кукинг-стримчика, вот. Но я не видела, как это произошло, типа вот этот момент. Я думаю, это было типа, ну так, ну не на стриме, скажем так, не на самом. Лол, фига, это круто! Смотрите, прям вообще. Ты
Ты видела, сука, в камере, блядь! Нет, я не видела, я не должен... Ебать, чего? Я, сука, блядь, ты в камере увидела. Нет, вообще ничего не было. Блин, класс, это вообще топчик. Он красавчик. Прикольно, прикольно. Задумка крутая. Так это... Наготовила, да, наготовила, нахолила, налелеяла, она сказала в сторис. Нифига себе. Да что такое, Ли? Блядь, завтра в школу. Какая школа, блядь, 7 уроков, блядь. За что мне 7 уроков, блядь? Завтра 7 уроков, послезавтра 7 уроков, блядь. После-послезавтра 7 уроков, блядь. Я рот бомбил. Бедный. Мы познакомились с ней в 7 лет в садике. Я был на 6 лет старше. Меня дали 12 лет в садик. И вот, когда мне стало 13, мы с ней познакомились. Она в первый раз мне показала свою писечку, а я показал ей свой дилдак. Он у меня был 3,5 сантиметра в стоящем положении в тот момент. И главное, когда она смотрела на нее, у нее были искры в глазах. И она такая говорит, я такого не видела. Поэтому к нам никто за полчаса не подошел, не поздоровался, потому что наш охранник всем крутит руки сразу. Пришла замена. Разбирайся! Разбирайся! За что мы тебе платим деньги, алло? Видите, я не шучу. Кстати, знаете что, пока вот сижу, заметила? Очень тепло в нем. Прям очень тепло, мне кажется, что можно спокойно одевать вместо шапки, и будет тепло. Еще у меня постоянно вот так вот падает вот эта вот фигня, я ее пытаюсь поправлять, а она постоянно падает, и падает, и падает. Но так-то это плюс, по факту это как бы плюс, ну, мне кажется. Нормально, нормально, удобно. Гнездо сделай, ага. Так это парик! Да нет, конечно. Волосы просто нарастила, так тепло в них, говорю. Ой, сколько ж можно. Кать, я вижу. Да, ё-моё, открыла. What the heck? Хвостик. Why is that an Adam Twitch? Да, запутается еще больше. Лейм Фокс, привет. Такая маленькая уже про линейку шарит. Кать, совсем? Я сейчас забаню, ой. Чисто сестре, я сейчас забаню. Забудь. Тебе там нужно ввести, в общем, Wi-Fi и пароль, чтобы пылесос подключился к Wi-Fi, а потом тебе самому с телефона подключиться к пылесосу Wi-Fi, и у тебя будет раздаваться Wi-Fi от пылесоса. Чего нахуй? Короче, я понял, я бы без, блядь, без пива не разобраться. Делай адский разгон по прямой, смотри, вот как я, прям зума. Чё, блядь? А, понятно, наберёшь. Лол. Такой ты дал. Найс. Блёдь. Чисто GTA. Сити вон. Не серьёзно. Да офигенно. Ну блин. С
Слушайте, так забавно чат смотреть, просто один пишет «стрёмная стала блондинкой», другой пишет «ля, какая блондинка, тебе идёт». Ты просто видишь, насколько у людей разное вот это вот видение, прикиньте, прям вообще, насколько вот отличаются люди в чате просто. Прям вообще контраст, контраст такой. Hello, my name is Ксения. How are you? Yes, you how? Ni hao. You girl? Yes, human? Yes. How you old? Old лет... old. Yes, I old. Yeah. Блин, вот эта встреча. А мы такие смотрим, вы или не вы. Это мы самые, да. Мы тут живем. Смотри, смотри. Мы как раз закупили шмотки. Целый рюкзак, что ли? Целый рюкзак шмоток. Нам-то холодно, может поделиться. О, дал. О, нормально. Goodbye. Goodbye. Пока. Пока. Пока! 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 Я победил!